Появляется молодой и гораздо более слабый самец. Но наш олень его не принимает всерьез. Еще один самец похож на первого, и он опять не рассматривается как серьезный противник. На заднем плане молодой самец почти провоцирует самца, находящегося на переднем плане, мочится и скребет кучу торфа. Затем он ложится и начинает кататься по земле. Позиция оленя для охотника самая подходящая. Выстрел в основании шеи укладывает великолепное животное на месте. Другой олень вскакивает на ноги, пораженный звуком выстрела и упавшим соперником, и убегает за самками. Короткий подход, и можно полюбоваться трофеем. Пожать руки и поблагодарить охотника за поистине волнующую охоту.